Я рада приветствовать вас снова, тем более после настолько крутого анонса от Valve. Похоже, что Гейб решил не наступать на те же грабли дважды, в этот раз добавив одного персонажа в Dota 2 ни медля ни минуты. Ну, а второй герой еще находится в разработке. Правда, о Марсе что-то-то было известно еще до 8-го Интернешнала. Но давайте лучше возьмемся за Гримстроука. Можно с уверенностью сказать, что вселенная Битвы Древних пополнилась еще одной печальной историей. И когда я говорю «печальный», то шутки в этом выпуске, пожалуй, стоит отложить в сторону. Как же Гримстроук провинился? Чем он похож на Джаггернаута? Что движет им сейчас? Налетайте на лор, пока горячий. Поехали! С ранних лет судьба Гримстроука была предначертана. Жители родного поселения, славного города Ашкавор, избрали его себе своим защитником. Но, как вы понимаете, что-то пошло не по плану. Гримстроук вырос, и наступило время некоторого посвящения, или лучше сказать, объединения душ. В тот день люди толпились возле храма, пытаясь увидеть момент вознесения их нового стража. Казалось бы, нужно всего лишь пройти обряд, используя магические чернила. В уме же Гримстроука была лишь одна лишняя мысль. Он желал превзойти своих предшественников. Суть обряда заключается в том, чтобы объединить свою душу с душами своего народа. Это позволяет защитнику Ашкавора иметь неразрывную связь с теми, кого он должен хранить от бед. И что могло пойти не так? Капли Ихора, крови богов, которую он использовал для усиления ритуала, исказили суть чернил. Эта тягучая смесь начала поглощать его, а заодно и всех тех, с кем он должен был объединиться. Чернильная зараза поднялась по кисти Гримстроука, понемногу окутывая его самого. В определенный момент персонаж понял, что не может даже кричать. Каждый житель Ашкавора почувствовал неладное. Радостный народ в один момент начал захлебываться криками и страхом. Гримстроук должен был стать еще одним вознесенным, но из-за инцидента ему пришлось бороться даже за собственную жизнь. Как ни странно, в этом моменте есть и один плюс. Персонаж почувствовал такую силу, о которой его предшественники могли только мечтать. Платой за это стали жизни людей из его родного города. Но если вы думаете, что они все погибли, то ошибаетесь. Жители Ашкаора все еще живы, если можно так сказать. Они запечатаны в кисти персонажа, обреченные оставаться чернильными призраками. The ascended ones shrink from me. They still hope our people can be saved. The power of the ascended ones was warped by my transformation. They live. Barely. I'm not the last of my people. Those who ascended before me still remain. Силу своих пленников Гримстроук, кстати, не боится использовать по собственному желанию. Даже больше, он не чувствует никакой жалости к своему народу. Действительно, это же они избрали его своим защитником. You know as well as I. My people invited this fate upon themselves. В битву древних Гримстроук пришел с одной мыслью – овладеть еще большей силой. Что ж, я могу пожелать ему лишь удачи. With the power of the ancients in hand, the last remnants of my kind will learn. There's nowhere left to hide. Знаете, отсутствие сочувствия можно понять, ведь та единственная, которая относилась к нему хорошо и с пониманием, тоже превратилась в призрака. И да, вы можете видеть эту девушку в игре. Именно второй спелл позволяет появляться ей в реальном мире снова, хотя и ненадолгое время. Имя у этой девушки, кстати, довольно странное – Яофхи. Теперь она занимает почетное место среди остальных призраков, из которых Гримстроук черпает силу. Довольно неплохая история для персонажа, правда? Особенно если сравнивать с Миреской и Пангольером. Что ж, на этом приключения чернильного мастера не закончились. Чтобы скрыть свое изувеченное лицо, Гримстроук начал носить маску. Иногда он даже вспоминает о родном городе. My city. The temple around the runestone. It was exactly as I'd left it. Still. Lifeless. A sculpture of the end of days. It was long past time when I returned to Ашкавор. Маска, уничтоженный город, ничего не напоминает. Очень похоже на остров масок. Действительно, Джаггер имеет много общего с Гримстроуком. Есть даже большая вероятность того, что близкие Юрнера все еще живы, только заключены в маске, а не кисти. Чернильный убийца все равно почти не разговаривает с Джаггернаутом. I send you to meet your kin.
Кстати, фразы Гримстроука к другим персонажам в большинстве случаев нацелены больше на то, чтобы частично напомнить нам о лоре каждого героя. Вот вам несколько обращений для примера. You failed to see the true power of the family Avernus. What can you expect from one who lays with beasts? I take no pleasure in destroying Moraxiform's greatest work of art. Live life on the edge, Huskar, and eventually you'll step over the line. When I'm done here, I'll send your regards to Nightsilver. You could have picked literally any other plane and been just fine. Pity. Were your transgressions worth so steep a price, Zeus? Но есть несколько очень интересных обращений, которые действительно меняют восприятие некоторых событий. Во-первых, помните, я рассказывала, что отец Рубика Аганим мертв? Так и есть. Правда, Гримстроук ставит этот факт под сомнение. Может, великий маг смог как-то одурачить всех, подстроив кончину? Is it true about Aghanim's demise? I've heard conflicting reports. Арквардена Гримстроук знатно подкалывает, ведь последний заточил древних в сферу, но покончить с их войной Зет так и не смог. This was the great jailer of the ancients. This war should be easy to win. Убивая Эрспирита, чернильный энтузиаст показывает, что случается с духом без материальной оболочки. Look what happens to a puppet when you cut the strings. Порождение страшных снов, Бэйн, также интересует Гримстроука. Последний пережил как минимум один кошмар наяву. Tell me, Bane, have you ever been to Ashkavor? Очень интересный вопрос Гримстроук задает ЦК. В своей копии рыцарь хаоса призывает из других измерений. Но вот почему-то речь заходит и о эфире. Помните, я рассказывала о пятой стихии, которую Вэлф могут использовать для создания четвертого спирита? Эти слова подтверждают то, что эфир также выделяют в мире Доты 2. Do the phantasms live inside you, Chaos Knight? Or do you summon them from the ether? Гримстроук однажды побывал в королевстве Врейскинга. Что ж, костяная архитектура ему понравилась. Остериан, your kingdom was a wonder to behold. Также Гримстроуку интересно, есть ли жители Ашкавора в списке визажа. Ведь они, можно сказать, не живые, не мертвые. Куда их возвращать? В ад или рай? Are my people on your list, Visage? I'm not done with them. Ну, а отсылки сейчас немного сложно выделить. Но сам персонаж явно вдохновлен восточной культурой, на что прямо указывают его одеяние и маска. Добавить к истории чернильного защитника вроде больше нечего. С другими персонажами связи у него не слишком крепкие, зато лор довольно обширный. Одна ошибка привела к тому, что Гримстроук заключил свое поселение в кисть, а теперь мажет этими человеческими чернилами всех и вся. И, похоже, он ни о чем не сожалеет. Нам же остается только ждать выхода следующего персонажа. До того времени помните, нового персонажа не всегда нужно пикать на роль Кора. Самые величественные герои все равно саппортят в игре. Пока!